Санаторий тут находится рядом с Купавнинским озером в одном из живописнейших уголков Подмосковья. И, конечно, березки, сосны, спокойная гладь воды и полевой цветок – все здесь располагает хорошему настроению и к лирике. Огонек – санаторий специализированный, кардиоревматический. Работает он круглый год. Отдыхают в нем и лечатся ребята в возрасте от 7 до 11 лет. Летом они проводят здесь полтора месяца, а в период учебы – два, обычную школьную четверть. Так удобно объединить лечение и занятия. Путевку в санаторий полностью оплачивает государство. Живут ребята в этих уютных, ярких дачах. Веселые игры, развлечения, спорт, участие в своем кукольном театре, чтение – все это строго сочетается и с режимом дня, и с лечебным процессом, приемом лекарств, врачебными осмотрами, физиотерапевтическими процедурами, а также индивидуальными занятиями лечебной физкультурой. А в кабинете главного врача санатория Клавдии Михайловны Новосельцевой собрались врачи, чтобы обсудить вопросы лечебного питания. Сейчас здесь в санатории вводятся различные диеты, а также обсудить состояние здоровья каждого из ребят. Ну а ребята вот за шахматной доской зрелость и опыт встречаются с талантом и юностью. Ребята отдыхают, ведь уже не за горами новый учебный год, и надо начать его с новыми силами, отдохнувшими и поздоровевшими.